Всем доброе утро, ребят. Ну что, я начну сегодня не как обычно с обзора акций. Я начну с обновления, что нас ждет. В группе Castle Clash опубликовали уже кучу картинок, и я сейчас вам их тоже покажу. Некоторые интересные есть темы. Не знаю, посмотрим, о чем опять скажут разработчики в обновлении, о чем промолчат. С того, что самое интересное, это фикс героев непонятный из-за жизни. И второе, это локация. Но, ну, не новая, а дальше продолжение линии обороны. Ну и оптимизации непонятно чего. Скорее всего, следующая обнова будет намного круче, намного интереснее, потому что они туда перенесут все наши опросы, которые они создавали. Опросники я вам тоже уже показывал. Очень веселые. В общем, поехали. Посмотрим, что у нас сегодня есть по обновлению. Вот так вот выглядит, ребятушки, новый фон. Новая героиня, скорее всего. И, скорее всего, она будет донатная. Не знаю, посмотрим. Дню Святого Валентина, но по описанию, конечно, она такая себе, но вы знаете, если там влепят кулдауны, как они это умеют, плюс истинная вера, которую они не пишут, что они ее пофиксили, то будет реально весело. Я думаю, будет весело всем. В общем, такой вот он нас ожидает, довольно-таки, я считаю, неплохой, интересный. Как обычно, он нам очень нужен. Поехали дальше. Что у нас дальше есть? Давайте так, по порядку. Новая чарка. Так, иди сюда. Вот так вот выглядит новая чара. Тоже очень много вопросов по ней. Она накидывает там молчание. Вопрос кулдаун. Как вы знаете, молчанку легко можно снимать, поэтому ничего страшного, я думаю, такого в этой чаре не будет. Ну, посмотрим. Тоже, вы знаете, IDG пишут одно, на практике может быть полная жопа. Вот это как всегда, это каждую обнову у нас так приходится все перекачивать. Новый талантик. Тоже довольно-таки неплохой. Дает жизнь, дает крит, если я не ошибаюсь, и там еще что-то дает. Сейчас я гляну точно. Но однозначно он будет лучше, если там будут хорошие статы, чем стойкость, например. Но опять же, никто пока ничего не знает. Надо знать статы, надо тестировать, надо смотреть. Это именно то, чего IGG не делает. Такс. Такс. Поехали дальше. А, давайте я вам за талант посмотрю, где-то я. Заглянем в них. Здоровье, крит, сопротивление. Ну, такое. Уменьшается эффект исцеления. А вот он исцеление еще добавляет. Ну, честно скажу, пока непонятно. Пока не вижу параметров, тогда уже смогу что-то сказать точно. Так. Морозная коса. Новый герой. Поехали, покажу, как он выглядит. Вот так вот выглядит без эволюции. Так, что-то она большая какая-то очень. Сейчас мы уменьшим. Вот так вот без эвы. Ну, как обычно, как вопрос анимации. Я думаю, тут вопрос даже нам, знаете, внешний вид. Может, кому-то это и нравится, внешний там вид. Вопрос параметров, которые будут, и вопрос, как они будут реализированы. Вот это самое основное. Это у нас эволюция, и есть еще картинка с обликом. Обликом. Так вот выглядит. Ну, симпатично. Как обычно, анимашки герои у нас, конечно, веселый, интересный вопрос. Ихних параметров, кто это все тестировал или тестирует. Так, поехали дальше. Что у нас еще есть интересного? Второй герой,
точнее героиня, это вот это вот, это скорее всего она будет гню Святого Валентина, вот это без эволюции, это обычное состояние героя. Так, это скорее всего эволюция. Ну, она донатная будет, это однозначно. Один донатный герой, один бездонатный. По параметрам, показателям пока такое, знаете, непонятное. Сейчас почитаю. Трансформируется, обездвиживает, не может атаковать. Типа что-то Феникса где-то похоже. Уменьшает скорость крит-удара противникам. Ну, герой входит в форму трансформации, наносит урон текущей цели, трансформируется, увеличивает скорость атаки. Весь получаемый урон герой игнорирует. Ну, то есть, как Феникс, по сути. Трансформация невосприимчив к оглушению, молчанию, эффектам уменьшения энергии, бедствию. Короче, куча иммунов. Ну, посмотрим. Вытащим, потестируем. Так. Поехали дальше. Вот этот герой... Ну, богиня это богиня на скине. Ну, не знаю. Честно говоря, мне это уже как бы ну, не интересно особо. Думаю, как и многим, как они там выглядят. Так, новый супер питомец. Вот так вот он бык будет. Волчонок, бык. Волчонок, бык. Кто там у нас есть? Сова. Короче, зоопарк заводим. С кубиком. Ну, видите, все-таки тематика Майнкрафта присутствует и скорее всего скоро будет Майнкрафт от битвы замков от IGG, говорю от битвы замков от IGG, вот мутировавшие, скорее всего вот так вот они выглядят, обычные мутировавшие. Новое украшение, они надеются, что мы 100 лет здесь проживем, не знаю, что означает сотка, но это инфосотка, вот такой вот, номер 100, не знаю, там НО. Может быть. Так, ну, наверное, к дню Святого Валентина. Самое интересное. Новые сундучки. Новые сундучки в КБшке. То есть будет изменена королевская битва, изменены награды, чтобы мы ее фармили, не знаю, не фармили. Вот так вот. Три вида сундуков. Посмотрим, что они туда добавили. Торговцы, ну в общем это будет интересно, вот это наверное один из плюсов и интересных вещей в обновлении. Также добавлены новые карты, новые карты с героями, то есть такие, и если у нас были максимальные третьи, нам уже запихнули четвертые. Что ожидать, непонятно. Так, ну новый загрузочный фон я вам уже в принципе показал. Или дальше на форуме есть еще публикация интересная. Так, 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 так. Где там? Выложили обновление за январь, почему-то октябрь 2020 года. Ну, не знаю, сейчас я еще раз зайду в область уведомлений. Вот так, наверное, так переводят, не знаю. Октябрь 2002 года. Пробиваем обратное дно. Оптимизация линии защиты. Это обновление добавит подсказки маршрута. У игроков будет возможность получить камень жизни хранителя на уровне. Не знаю, что это означает. При этом время открытия линии защиты героя будет скорректировано до 7 дней. Вот так вот, то есть у нас будет теперь 7 дней, не 12 там как было, а неделя по сути. Интересно. Регулировка сложных уровней для испытаний героя. При обнове добавят 10 новых испытаний героя, будут добавлены новые уровни, 10. Новые уровни ждут вас. Оптимизация потерянного царства. Добавят монстров в реплику, чтобы повысить эффективность производства мета синих кристаллов в кристальных рудниках. И военных алтарях, чтобы какие-то... Ну, короче, это про КБшку. Монстров в реплику. То есть новые монстры обогащают содержимое товаров у торговцев черного рынка. Увеличите награды на вызовы боссов и других монстров. Может, будет смысл фармить? Будем фармить с вами еще КБшку теперь. В общем, такая вот, ребятушки, инфа по обнове.
Угадайку я, наверное, попозже сделаю. Пишите комменты, что вы думаете по поводу обновления, как вам то, что я показал, основные пункты я вчера рассказал. Ставьте лайки, ждите видосика с обновы уже на Тайване. Я не знаю, сейчас чекну или они ее сделали. Или прогрузили, или нет. Фон как фон. Так, началось обновление у нас уже. Да. 7, 8, 9, 10, 11. Ну, это я по-своему считаю, это до 12 МСК. У меня до 11 часов это потолок. Ну, если все будет нормально, в принципе, они здесь ничего такого мега вау не добавляли. Но с того, что с описания, которое они сделали, то, в принципе, думаю, будет все нормально. Ну, посмотрим. В общем, вот такие вот дела. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте колокольчики. Всем удачи, всем пока.